тестовом режиме Центр управления регионом начал работать в начале месяца. 16 декабря его посетили специалисты областного ЦУРа и дали положительные заключения о работе учреждения. Руководитель центра Наталья Зиберева проводит экскурсию для главы района, его заместителей, руководителей муниципальных служб и активных граждан, которые изъявили желание увидеть все своими глазами. Сотрудники управления ЖКХ, здесь у нас окна, которые занимаются аналитикой, знают территорию, знают основные проблемы, знают, как с этим справиться, знают, куда обратиться, мониторят, держат каждую руку на пульсе, проверяют все красные зоны. Общая площадь здания чуть больше 300 метров. Штат предусматривает 26 человек. Центр управления регионом – это аналитический центр, куда стекается вся информация по городскому округу, консолидируется и распределяется по направлениям. Сейчас работа ведется по четырем направлениям. Это медицина, дороги, ЖКХ и энергетика и образование. Но Центр управления регионом имеет своеобразный запас рабочих мест. Скоро здесь появятся такие направления, как строительство, культура и молодежная политика. Уже за время тестового периода, когда проверялись и настраивались все системы аналитики, а также выстраивались взаимоотношения с исполнителями заявок граждан, сотрудники центра смогли достичь положительных результатов. Мы сокращаем сроки предоставления ответов на данные обращения. То есть есть 8 рабочих дней, допустим, в том самом Доброделе. Сейчас мы их сокращаем, пытаемся отвечать заявителям максимум в течение трех суток, обрабатывать эти обращения. Также мы видим, что основные показатели тех вот обращений, которые заявители отмечают как нерешенные, как мы снизили этот показатель, то есть мы более активно осуществляем взаимодействие с нашими подрядными организациями, с нашими сотрудниками органами самоуправления, которые отрабатывают эти обращения, и данный показатель мы улучшаем с каждым разом. За последнюю неделю было получено более 300 обращений граждан. Традиционно самая проблемная отрасль – жилищно-коммунальное хозяйство. Именно в этом направлении поступает большинство сигналов от жителей. Начинается утро у людей, у них нет горячей воды, действительно, это проблема. Человек вышел на улицу, увидел невывезенный мусор. Проблема. Человек дошел до остановки, увидел, что не убран снег. Конечно, у нас больше всего задач в этой области, давайте так выражаться. После небольшой экскурсии по муниципальному центру управления регионом в конференц-зале, кстати говоря, единственном отдельном помещении в здании, состоялось совещание с участием руководителей различных служб муниципалитета. На нем Валерий Венцель заслушал отчет о результатах работы центра в период тестирования. Показываем жителям, что мы ставим на контроль, мы помним об этом, и мы показываем человеку, что его, скажем так, его проблема, его обращение, оно для нас важно. Если обращение было в начале года, мы говорим, что дорога будет построена в ноябре-декабре, мы обратно возвращаемся, правильно? Конечно, этому. Мы возвращаемся. Значит, и каким образом тогда идет информирование жителей? По данной проблеме. По данной проблеме у нас подходит срок обращения. Мы еще раз прорабатываем данный вопрос, выясняем, если, возможно, мы даем раньше ответ заявителю, если, возможно, мы решили эту проблему раньше, мы стараемся не затягивать с этим. Да? Если мы понимаем, что ввиду каких-то обстоятельств, наложились какие-то обстоятельства, мы не можем решить, мы человеку подробно разъясняем, рассказываем ему алгоритм решения данной проблемы, что мы сделали по данной проблеме, допустим, на другой территории, рассказываем, какие у нас предприняты шаги, мы рассказываем человеку полный алгоритм, чтобы он понимал, что мы делаем в данной ситуации. То есть мы полностью открыты. Сообщить о какой-либо проблеме и узнать сроки ее решения граждане смогут различными путями. От сообщения на портал Добродел или в единую диспетчерскую службу до комментариев в социальных сетях. Нам удается гораздо качественнее вести диалог с жителями, показывая о том, что мы заботимся, мы знаем проблему, мы понимаем, как эту проблему можно решить. Мы гораздо оперативнее стали эти вопросы решать и сейчас уже работаем над тем, чтобы не допускать. Тем самым мы все-таки хотим реализовать в полном объеме вот именно девиз Центра управления регионов: «Все знаем, быстро решаем и не допускаем». Центр управления регионов – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области, который уже реализуется в других муниципалитетах Подмосковья. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.